Пропуск есть? Тогда все, до свидания. Или вызываю полицию. Это ОПТ, особо охраняемая природная территория. На основании 795-го постановления правительства вы должны иметь пропуск на заезд на территорию. Все. А сейчас вы заехали тем более на Битцевский лес. Но ОПТ – Битцевский лес. Это вообще не ваша территория. Сейчас. Вот, так что я вас предупредил, сейчас я еще подойду. Я стою на границе ОПТ Мирдо, ОПТ Долина реки Городни и ОПТ Битцевский лес, ПИП. И вот смотрите, значит, на границе в сторону Городни вот такое скопление этих самых разных камней и всего остального, что, скорее всего, будет габион. Вот этот дом 8-й, да, как бы. Вот. И вот уже на границе ОПТ они тоже сделали складирование. То сейчас было и выяснено в жарких спорах. Вот это уже считается ОПТ Битцевский лес. Ну вот. И на этом ОПТ сделали складирование своих вещей вот так вот. Вот. И вот. Вот это тоже уже находится на границе ОПТ. Вот. Это все находится на границе ОПТ. Если с этой стороны встать, то я оказываюсь вот здесь. Вот. Вот с этой стороны ОПТ Битцевский лес. Вот с этой стороны ОПТ Долина реки Городни. Спасибо. Оу! Почему? Вот, еще говорю, хватит катить. Не уходите. Я говорю, хватит катить. Выключай. Выключай, говорю. И начальник скажи. Вот зови его сюда. Вот начальник скажи. Ты знаешь, что это краснокнижные? Тут сейчас по закону может на уголовку уйти. Без разницы. Скажи, а нет, разница большая. Скажи начальник. Все. Вот ты зови сюда начальника, не все. Зови. Вот тут здесь расположена болотная растительность, как мы видим, да, как бы. И вот эту болотную растительность сейчас вот этот человек косит. Эй! Иди! Во! Рюкзак он стоит, белый футболку, начальник. Я пока пойду, ты будешь косить. Ну. Вот так как. Как я понял, пропуска нету. Пропуска нету. Еще раз прошу. Есть. А? Есть. Где? Покажите. Где пропуск? Идет, да? А? Идет, да? Пропуск. Пропуск на заезд на особо охраняемую природную территорию. Меня эта путевка ваша не интересует. Мне нужен пропуск. Нету пропуска, до свидания, или я вызываю полицию, и вас штрафуют на 5000. Вы согласны на это? Старший. Ну, это вы зовите кого хотите, но сейчас вы находитесь на территории ОПТ, а это запрещено. То есть вы отказываетесь ходить, да? Звонить в полицию. Чего?
Вы отказываетесь уезжать, то есть звонить в полицию. Да? Вы согласны в полицию? Нет. Тогда вызывайте сюда старшего, а сами выезжайте отсюда. Вы выезжаете, потом позвоните. Не заставляйте меня звонить в полицию. Кого нет вообще, а вот сзади него стоит дерево. Стоит дерево, да, как бы, которое не огорожено. Вот, так что вот нарушение за нарушением, только здесь и это самое. Смотри, вон еще одно дерево не огорожено. Так что вот пока остановили бокет. Иду. Когда придет начальство.